авокадо посолили, добавим лимонный сок. И все потолчем вилкой тщательно. Нарезаем мелко красный лук, руккулу и петрушку. Все это добавим в гуакамоле. Еще добавим аджики сюда. Из перцев и помидоров. И все тщательно перемешаем. Закуска из гуакамоле готова. Вот так можно ее намазать на хлеб. И витаминная закуска к обеду, пожалуйста, готова. Или к празднику. Приятного аппетита всем. Всем пока.